В соответствии со сложной ситуацией в стране, украинская армия должна охранять границы страны и решительно реагировать на любые угрозы проникновения российских военных на территорию Украины. Об этом заявил лидер партии «Удар» Виталий Кличко во время пребывания на пограничном отделе «Горск» на Черниговщине. В связи с тем, что русские, которых якобы нет в Крыму, совершают вылазки на Херсонщине, а МИД России предупреждает, что будет рассматривать обращение о защите граждан Украины на востоке страны, лидер партии «Удар» Виталий Кличко пообщался с украинскими пограничниками, чтобы быть в курсе, насколько они готовы и снабжены для выполнения задач, которые на них возложены. Пересування кордоном залежить дуже багато. Ми знаємо про так званих політичних туристів, коли кордон пересунають тисячі людей, які зараз беруть участь в масових демонстраціях, на жаль, не з українськими прапорами, з прапорами інших держав. І в цьому напрямку дуже важливо було поспілкуватися з лічним составом, поспілкуватися з прикордонниками, почути, які проблеми є на сьогоднішній день, яким чином проходять перевірки. Также Виталий Кличко отметил, что украинские военные должны адекватно отвечать на попытки вторжения на территорию Украины, учитывая то, что украинцев заставляют обороняться и долг граждан страны защищать свое государство.